Атырауские инспекторы иммиграционной службы за 5 дней выявили 800 нелегальных мигрантов. В основном это выходцы из соседних стран. Чтобы выявить незарегистрированных иностранных граждан или тех, кто работает незаконно, полицейские проверили строительные объекты, места торговли и различные производства. Более 60 человек водворены в приемник-распределитель для установления личности. Еще 80 водворены за пределы Казахстана. Судьбу остальных определит административный суд. В настоящее время в нашей области работу трудовых мигрантов, то есть они официально зарегистрировали свое пребывание в Республике Казахстан, это порядка свыше 25 тысяч человек. Общее пребывание составляет свыше 30 тысяч человек. То есть в настоящее время в области у нас законно пребывает и законно считает трудовой деятельность порядка 80% из числа пребывающих иностранных граждан. Остальные 20% это те, которые временно приезжают, время убывает.